Приветствую вас, уважаемые любители хорроров, меня зовут Ренат, вы находитесь на канале Horror Life Game. Сегодня у нас с вами игрушка, которая называется, а вот за моей вебкой, Joker Show. Joker Show, короче, игра про кого-то шута, про кого-то клоуна, который будет за нами бегать. Кстати, это игра от создателей игры Метель, в которой мы с вами, естественно, играли. Вот, но, к сожалению, игра Метель теперь больше не поддерживается, выходить новые части не будут, разработчик на нее забил, как-то так, но, тем не менее, у нас есть Joker Show, которая вышла после Метели. Я не знаю, с чем связана отмена Метель. Короче, дело, короче, не в этом. Короче, дело, нам тоже надо будет здесь, короче, убегать, искать какие-то предметы, что-то такое. Короче, я в игру не играл, поэтому давайте, короче, играть. Будем играть на нормальном уровне сложности. Так, а что у нас там по настройкам? По настройкам вроде бы все норм, да? Но чуть-чуть, может, погромче сделать или не надо? Или не надо? Нет. Лучше, короче, так оставим. Если будет сильно громко, значит, мы на видео я увеличу, короче, звук. Как-то так. Ладно, поехали. Вот что-то у меня в наушниках громко. Yes. Наконец-то родители уехали. Теперь весь дом в моем распоряжении. Мой сосед Мэтт ждет, когда его родители уснут и должен скоро прийти ко мне. Может, пока попробовать вызвать духов? Я же недавно нашел дневник в кладовой. В нем описано, как призвать шута. Будет круто, если все получится. Нужно только внимательно прочитать инструкцию и добыть нужные предметы для обряда. То есть ты решил вызвать какого-то демона, чтобы от него побегать, да? Так, подождите. А, там нету. Обычно на шкафах еще вот так вот полочка стоит, куда можно что-то складывать. Поэтому я повторно открыл и посмотрел, что там есть. А, так, это что у нас? Дневник. А, это у нас ключ. Так, а как взять? Как? А вот Е. Так, как призвать шута? Необходимая свеча, спички, карта Джокера, инструкция, как призвать шута Джокера. Это, короче, шут, которого зовут Джокер. Как-то так. Так, найдите темное помещение, отлично подойдет подвал. Поставьте свечку на пол и зажгите. Возьмите карту Джокера в руки и подожгите ее, приговаривая 3 раза. Джокер, приди, шоу, начни. А если сделать все верно, то Джокер подаст знак, но будьте аккуратны. Прочитайте на следующей странице инструкцию, как отозвать Джокера, если что-то пойдет не так. А естественно, следующей страницы нету. Так, да, значит? Так, мы открыли дверь. Мы открыли две... О, пианино. Пианино и диван. Так, я могу двигать стул. Страшная музыка. Так, тут у нас кухня. Окей, так, тут у нас ничего нет. Так, присесть. Тоже ничего... О, свеча. Хорошо. Есть, короче, у нас свеча. Так, ванна. Тут у нас ничего нет. Тут у нас тоже ничего нет. Ну, такой себе, короче, домик. Совсем, короче, не маленький. Так, о. Подвал. Заперто. Хорошо. А это что такое? Карта Джокера. О, карта Джокера. Хорошо. Так, а что там надо было там? Что там надо было так? Спички, карта Джокера и инструкции. Окей, да как отменить-то? Значит, нам осталось найти спички. А где у нас находятся спички обычно? Спички обычно находятся... Это ванна. Спички обычно находятся на кухне. А кухня у нас здесь, потому что я видел, что здесь стоит холодильник. Отлично. Теперь отлично. Нужно спуститься в подвал. Конечно. Конечно, отлично. Отлично все. Пойдем, короче, сейчас в подвал. А что такое? Поварская книга. Так, холодильник. Чего у нас там? Кусочки колбасы, лук, хлеб, молоко. И все? Что там? Эринфильм, Лео Геймс, Топси. Это кто, наверное, донатил игру или это разработчик? Насколько я знаю, что здесь разработчик один. Хрен его знает. Хрен его знает, я не знаю. Но мы это обязательно узнаем. Так, это у нас гараж, это шкаф. В котором мы, скорее всего, можем прятаться. О, подвал. О, касцена. Хорошо. Да что за мышка тут появляется?
Так, что там, Джокер, приди, шоу начни. Хорошо, зажигаем свечечку. Берем карту в руки. Читаем заклинание. А, нет, поджигаем. Поджигаем, потом... Шут, приди, шоу начни. Шут, приди, там же было написано, начни. Джокер, приди. Шут, приди, шоу начни. Джокер, приди, леща получи. Ну его. Обосрался? Так, что у нас тут? Fire, книга про какой-то огонь. Тут какая-то Studio 29. Может быть, это именно те самые разработчики, которые называются Studio 29, которые сделали эту игру, да? Тут у нас что? А, ну Fire. Fire Protection. А что нам? Куда надо? Ой, я как остался на улице? Нам надо обратно к себе в комнату, да? Так, это не наша комната. Вот наша комната. Закрываю. А чё шкафы-то открытые? О, шарики. Ну-ка, ну-ка. Отражения в шариках нету. Откуда это здесь? Откуда-то? Это тебе подарок. О, иголка. Надо шарики лопнуть. Что происходит? Что происходит? Тебя отравили, чувак. Тебя отравили. Неху взрывать неизвестные шарики. Зачем ты это сделал? Для кого? А вот тебя клоун утащил теперь. Все капец. Пришел, короче, Джокер, которого ты вызвал. И утащил тебя. Еще и заблокировал выход. Ну что ж, 5 часов осталось до начала шоу. 5 часов. У нас есть 5 часов для того, чтобы выбраться. Раскалывается. Чемодан обмотан скотчем, да? Так, я могу с собой взять дневник. А зачем он мне нужен? Пока, короче, его оставим. Я вот видел там щель. О. Пока, короче, оставим это все здесь. Если это... что-то в стиле бабки Гренни, то я предлагаю, знаете, что делать? Я предлагаю ключевые ингредиенты, опять же, собирать где-нибудь как можно скорее наверху. Соседям, чтобы вызвали полицию. О, там что-то мешает. Подожди, я могу кидать камень. Опа. О, сразу же клоун, что ли? Ты чё? Не-не-не. О, тихо-тихо-тихо-тихо, капкан. Я увидел его на последней секунде. Понимаете, в чем дело? Так, а я могу в тебя кинуть? А ему вообще без разницы. Он вообще, короче, срать на меня хотел. О! Подожди. Нет-нет-нет-нет-нет. Так, давайте вот так вот сделаем. Он же сюда не полезет, да? Он же не полезет сюда? О! Блять, я испугался. Ты чё, придурок? Я хотел просто выглянуть, понимаете? Я просто хотел, короче, выглянуть. Что это за шум? А ты сюда-то не войдешь, потому что тут заперто. А если ты откроешь, то я и сам отсюда выйду. Понятно тебе? Выходи. Зачем? Выходи. Так. Так. Ага. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Помните, да, этот прикол? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Так, а что делать-то? Куда идти-то? Мне надо пройти обратно в дом. Пойдем обратно в дом. А чем будем делать в доме? О, заперто с другой стороны. Подожди, а тут у нас дверь открылась? Да как, в смысле, ага? Какой ага? Какой тебе ага? Ты придурок, что ли? Да двери дебильные. Они, короче, открываются и отталкивают меня. Алло. Игра, блин.
Так, чемодан обмотан скотчем. Короче, там была закрытая ванна. Подвал нам так и, короче, и не открыли. Так, он ходит здесь рядом. Там была закрытая ванна. Вот что мешает. Подожди-ка. Что-то здесь не так. Так, камушек, я взял. Я тебе взял. Да нет! Да как выйти из капкана-то? Ты чё, игра? Он меня ловит, капец как. Ну, это, короче, катка фейловая. Это я понял. Капкан. Фейловая катка. Ага! Он так-то медленно ходит. Как он успевает меня ловить, я вообще не понимаю. Так, камушки, камушки. Камушки, это, оказывается, короче, нужная вещь. Прям хорошая. Так. Я так думаю, что мне там надо сбить будет палку. Оп. Да, я ее сбил. А как теперь туда попасть обратно? А, я вспомнил. Через подвал. Сейчас мы, короче, идем в подвал. Залазим внутрь. Внутрь подвала. А где он? А вот он здесь. Короче, проходим через подвал. Оказываемся в той комнате. Оказываемся в той комнате, в которой нам надо оказаться. И открываем дверь. Правильно? Правильно. Потому что она была заблокированная. Вот. А тут у нас ничего нет. О, я могу доску взять. Нифига себе. Так, это что такое? План дома? Так, карта дома? А тут что обозначено? Это что такое? Сраная херня какая-то обозначена. Тут это... А, это колодец. Это колодец. Все, ладно, я понял. Да зачем? Ну, пусть, короче, валяется здесь. Мы будем ждать, знать, что... Карта у нас здесь лежит. Хотя надо было вынести на улицу ее. Заперто. Окей, этот дом нам принес камеру. Так, колодец. Ведро привязано веревкой. Веревка. Нам надо взять либо ведро, либо веревку. Одно из двух. Либо ведро, либо веревку. Нам, короче, надо... Так, оп. Да вот ты придурок. Это что такое? Стой, стой! Да нет, нет, ты чё? Нет! Стой, стой! Так говорю, да нет, нет! Я не буду стоять. Я стоять не буду. Я пойду схожу наверх, проверю, там еще было две двери. Заперто на ключ. Заперто. О, телефон! Так, мне звонил телефон. Звонили по работе. Так, на... Да какие, там, что там? Продолжить. Так, что я заходил-то? Ай. Куда ты идешь? Я же хотел проверить ванну. В ванне, значит, надо выбивать окно, да? А как сюда залезть-то? О, подожди, 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 не надо, не надо. О, подожди, не надо. Так, он ходит за мной. Так, может тут что-то обновилось? Тихо. Пока вроде никого. Пока вроде никого. Вон он стоит. Он сюда идет, да? Ах ты! Как залезть в ванну? Как залезть в ванну, кто мне скажет?
кто мне скажет и подскажет, как залезть. Может быть, надо ведро спихнуть? Так, камушек. Камушек. Так, осторожно, капкан. Как мне залезть в ванну? Может, надо ведро спихнуть? Нет. Оно не спихивается, а так. Да я знаю, что надо найти ключ. Мне надо каким-то образом либо попасть в ванну, либо что-то сделать с ведром. Так, тихо, тихо. Очень опасно, очень опасно. Капканов прям эпическое количество. А, подождите, у меня же есть доска. А, вот что надо было сделать. Вот что надо было сделать. Так, давайте-ка мы сейчас оббежим по-быстрому и посмотрим еще здесь. Раковина засорилась. Раковина засорилась. Ах ты, сучка! Ходит за мной кругами, прикиньте. Ходит, ходит. Иди-ка сюда. Не пойду-ка я к тебе, не пойду. Да, блядь, ты присядешь, нет? Вантус? А-а-а, так. Ключ. Дверной ключ. Ключ от чего? От верхнего этажа. Так, пока, короче, будем скидывать вот сюда вот, на центральную площадь, все, что нам надо. Так, досочку взяли. Вот сюда вот ее скинули. Где, 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 кто где? Так, ага, все, я понял. Хорошо, мы взяли ключ. От чего-то взяли ключ. От чего? От гаража? Нет. Там написано решетка. Значит, решетку надо сломать. Надо ее либо сломать, либо надо ее вырезать. А вот в этом доме у нас была запертая дверь. Заперта. Замок на двери сломан. Заперта. Откуда ключ? Ключ, наверное, откуда-то от второго этажа. Да? Точно. А что у нас здесь? Так, тут кодовый замок. Хорошо. Так, тут у нас душевая кабина. Нет воды. Надо подать воду. А чтобы нам подать воду, надо что сделать? Правильно, ее надо включить. А как ее включить? Непонятно. Заперто. Так, доска прибита гвоздями. А 11.2. Так, 11.2. Нет. А какой? Ах ты! Ах ты, падла! Ну все, мне хана. Попался. А как? А почему он поднялся наверх-то? Я ничего понять не могу. Я ничего понять не могу. Почему он поднялся наверх? Так. У нас карта была. У нас была карта вот здесь вот, да? Так, давайте пока спустимся вниз. Так, Е. Здесь коды никакие не написаны. А зачем она тогда нам нужна? Ах я! Ах я такой нехороший! Убегаю от клоуна, да? Так,
пока кинем сюда. Яма заполнена грязной водой. Нам нужно ведро. Нам нужно, короче, ведро. А чтобы взять ведро, нужно сначала избавиться от чего? Правильно, от веревки. А чтобы избавиться от веревки, нам нужно что-то другое. Да сука! Вы проиграли? Естественно, я проиграл, потому что охренеть! Он вообще охреневший. Окей, ладно. Давай еще раз. Давай еще раз. Пропускаем, короче, касцену. Это мы все знаем. Так, значит, мы берем вот это. Это мы открываем. Мы знаем уже, что делать. Хорошо. Свеча? Так. Есть. Свеча. Ага, взяли. Так, где? Вот. Отлично. Где. Взяли. Теперь нужно спуститься в подвал. Взяли. В подвал. Подвал. Это, короче, вот сюда. Это мы все делаем. Так, касцену сразу же, короче, пропускаем. Так, идем, короче, домой. Взрываем шарики. Шарики, не шарики. Нас сразу же, короче, ухлопывает. И начинается шоу. Так, это мы все пропускаем, это мы все выкидываем, да? Так, что у нас тут есть? Тут у нас, короче, ничего не поменялось. Здесь мы не выйдем, на полках ничего нет, тут ничего нет, ничего нет. Значит, короче, сейчас сразу же что делаем? Собираем камни, вот, два камня нам хватит. Ну... Два камня нам хватит. Нужно скорее сообщить соседям, чтобы вызвали полицию. Естественно, естественно. Сейчас мы всем все расскажем. Так. Ага! Ага! Придурок! Так, что нам надо сделать? Нам надо, короче, вот здесь вот сейчас будет. Разбить окно. Вот так вот. Вот так вот. Разбиваем окно, ломаем эту хрень, забираем камень, даем еще один круг, круг вокруг, идем, бежим в подвал, забираем доску, да? Так, вот сюда вот, бежим в подвал, забираем доску, выходим, ломаем ванную, в смысле ломаем ванную? Да я же ее открыл! Ты чё, падла? Так. Я зря сделал круг. Я же доску-то не сбил. Ой, голова. Ой, голова. Все, пойдем. Пойдем. Так. Значит, мы сейчас, короче, открываем эту гребаную дверь. Да почему ты сел-то? Забираем доску, забираем камень. Проверяем, что тут есть. Так, у нас тут план дома, который нам никуда не уперся. Здесь у нас сломан замок двери. Так, тут у нас ключей не висит. Тут заперто, тут мы открыли. Хорошо. Так, план сюда. Где у нас ванна? Ванная вот у нас. Это мы ставим вот сюда. Так, Вантус. Вантус. Ах ты! Да-да-да-да-да. Подожди. Подожди, да не... О! Моя нога! Да быстрее, блядь! Капец! Да почему? А как от капкана ты... Как выйти из капкана? Как это сделать? Это я был. Так. Моя нога. О, придурок. Давай ты не будешь за мной бегать. Так, надо что-то, короче, сделать с ведром. Что-то сделать с ведром. Так, Вантус сюда. Чтобы открыть ворота. Главное, чтобы он меня не поймал. Да.
Так, зачем я выкинул вантус? Я придурок. Мне надо было пойти на кухню. Так, идем, короче, забираем вантус. Идем на кухню. Откачиваем воду. Да, откачиваем, короче, воду. И забираем там, что у нас было. Да, блядь, ты заколебал меня, ты придурок, ты конченый. Ах ты! Ах я! И что теперь? И что? Давай быстрее открывай, что там есть. Так, ключ. Ключ. Мы взяли ключ. А, ключ мы взяли от второго этажа. Нахрена мы взяли ключ от второго этажа? Да ты за... Он достал меня, серьезно? Он серьезно меня достал. Придурок этот. Так. Кидаем это сюда. Идем, короче, на второй этаж. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Так, нам нужно с вами, знаете, что сделать? Нам нужно с вами найти... Найти, что делать. На втором этаже. Так, тут у нас ничегошеньки нет. Так, тут у нас ничего нет. Сверху ничего нет. Здесь... Он в натуре дохлого просто заколебет этот. Придурок, блядь! Конченый придурок. Так, доску. Сюда. Доску сюда. Нам нужно попасть на второй этаж. Нам прям нужно попасть на второй этаж. Так, я, кстати, еще вот здесь вот не смотрел, что тут есть. Ничего нету, да? Прячься, прячься. Прячься, прячься. Все равно поймаю. Так, кабинет закрыт. Так, Ах, попался. А как? Так здесь тупик, я даже выпрыгнуть не могу. Я хотел жить выпрыгнуть, а он мне не дал этого сделать. Этот придурок мне не дал этого сделать. И что? Как оттуда выйти, если там тупик? Там даже спрятаться негде. Там даже негде спрятаться. Понимаете? Сразу же прячься, прячься. А вот здесь, кстати... А здесь, кстати, ничего нету, да? Ах я! Так, он идет сюда, да? Так, я вышел отсюда. Я вышел отсюда и... Куда я пошел? И куда я пошел? И пошел я от него. Ну, естественно, теперь у меня нет камня. Теперь мне придется собирать все камни. Так, там ничего нету. Я гребаный клоун. А вон там, кстати, есть выход на балкон. Ах я! И тут можно выйти на козырек. Там, кстати, есть еще одна дверь. Нам нужно каким-то образом... Каким-то образом... Открыть наверху... Открыть наверху вторую дверь. Да, да, отстань ты от меня, ты придурок, ты конченый. Не работает. Нужно где-то найти либо кусачки, либо нож. Что-то такое. Если мы это найдем, значит, мы сможем что-то сделать с ведром. С ведром, скорее всего, надо будет, короче, откачать воду. Откачать воду вот из этого колодца, который мы открыли. Вот этот. Здесь написано: яма полна грязной воды.
мы сможем откачать. Но! Но! Как это сделать? Где найти... Моя нога! Да давай быстрее, блядь! Я думал, он сейчас меня убьет. Опасно, опасно. Злость злится. Злись, злись. Тебе это все равно не поможет. Где мои камни? Я раскидал все камни. Это был я. Иди сюда. Не-не-не-не, я к тебе не пойду. Ты даже не думай об этом. Короче, надо что-то делать наверху. Надо нам найти либо нож, либо какие-то кусачки. Тут ничего нету. В шкафах у них ничего нету. Пианино. Так, он идет сюда. Так, это мы закрываем, это мы выходим. Это мы закрываем. Возможно, где-то... О, ваза! Подожди. Я... Попался! Капец, ну это нереально, ну чё? Зачем я взял вазу? Мне ее надо куда-то скинуть, чтобы она разбилась. Мне надо, короче... Моя нога! Да шевелись быстрее, блядь! Чё я взял? А, я нож взял. Я нашел нож! Нож был в вазе. Нож был в вазе. Понимаете? И сейчас я могу взять ведро. А как мне... Нож тупой. А вот острый нож. Так, я взял ведро. Я взял ведро. Хорошо. Теперь, короче, с помощью этого ведра я смогу откачать воду из ямы и подать туда искричество. О, какое искричество? Подать, говорит, туда искричество. Так. Да пошел отсюда, ты достал меня, ты чё? Так, теперь мне, короче, надо добраться до второго этажа, да? И чё я сделал? Что сделал-то я? И зачем я это сделал? Не понимаю. Зачем я это сделал? Так, хорошо, воду мы включили. А зачем? Может, надо было... Блять. Может, надо было на кухне что-то еще раз включить? Нет? А?
Так. Подвал. Заперто. Он ходит где-то здесь, этот придурок. Что это за шум? Я, короче, таким образом могу его отвлекать. Да? Я думал, сначала вообще изначально мы типа включим воду, и там отрисуется код от пара. Как это было в метели, но это, эта фишка не сработала. Теперь я не понимаю тогда, что делать дальше. Нож! Чемодан! Чемодан заклеен скотчем. Чемодан заклеен скотчем. Так, взяли нож. Эй, ты достанешь дохлого. Да на блядь! Да почему так долго вылазит из капкана? Почему так долго вылазит? Я ничего понять не могу. Почему так долго вылазит из капкана? Недостаточно места в инвентаре. Хорошо. Так, нож надо, короче, значит... Значит, надо идти на второй этаж, сломать дверь. Ой-ё, это очень печально. Так, пока он не слышит, пока он не видит, мы идем ломать дверь. Так, закроем. Что у нас тут есть? Книжка. Тут еще одна дверь. А, тут выход наверх. Окей, я тебя понял. Я тебя... А зачем нам идти сюда наверх? Ага! А, это чтобы спрятаться от него, я понял. Это чтобы от него спрятаться, да? Но он же сюда не выйдет. Я же могу слезть потом. Отсюда. Я вот... Только, короче, прикола не понял, а зачем нам сюда выходить? Для каких целей? Нам нужно было, скорее всего, найти здесь какой-нибудь код, да? Если я прав, то здесь есть какой-нибудь код. И что эти ящики, что они дают? О! Блядь, да... Как так-то? Вот как так-то? Как так? Так, я тут, короче, переигрывал. Переигрывал, потому что я, типа, сдох. И мне дали ключ от другой двери. Понимаете, о чем я? Мне дали ключ от другой двери. Но... Я не могу понять, что с ним делать. Так, сейчас, секунду, я сейчас сфотографирую. Я сейчас это все дело... Почему у меня телефон сам перезагрузился? Это что за фигня? Так, Так, на... Да, что это... Да. Так. Фото. Ага. Так. Это что у нас получается? Это у нас
получается на 0734. Это что у нас? Какой код? 734? А у нас все равно одна дверь заперта. Нам нужно найти второй ключ. Нам нужно найти второй ключ. Прячься, прячься, да? Прячься, прячься. У нас есть нож. Я помню, я нож применял же ведь два раза. Я нож применял два раза. А где я применял еще один раз нож? Так, ведро я нашел. Вантус я нашел. Придурок этот за мной ходит. Ведра мои пинает. Он же не полезет сюда, да? Он же сюда не полезет. Ах ты подлец. А, нож вон там. Что это за шум? Это я, это был я. Так, у нас есть какая-то кукла Вуду. Так. Такое у меня складывается впечатление, что ее надо, знаете, что с ней сделать? Ее надо бросить в камин. Если мы бросим ее в камин, она должна сгореть, и в ней что-то будет. Он ходит прямо в доме. Выходи. А мы сейчас его выманим отсюда. Где какое-нибудь стекло? Вот он идет сюда. Он пока идет сюда, мы его обойдем и зайдем в дом. И закинем куклу в камин, да? А-а-а, кусачки! О, тупик, тупик. Подождите. Оп, хорошо. Так, кусачки. Попаду? Чисто вообще наобум. Я даже не предполагал, что так надо сделать. Ай, придурок! Ай, придурок! Ай, придурок ты придурочный! Придурочный ты придурок ты! Так, значит, что мы делаем? Мы это скидываем здесь. Это скидываем здесь. Идем, короче, в гараж. Так, дверь открыли. Это, короче, у нас будет шорткат, да? Камень. Кусок лопаты. Гвоздодер. Так. Тут, короче, у нас ничего нету. Так, да-ка мы ключ-то так и не нашли. Нам нужен еще один кусок лопаты. Кусок гребаной лопаты нам нужен. Где нам найти еще один кусок гребаной лопаты? И что-то, наверное, надо будет выкопать. А что? Пока непонятно и пока не ясно. Пока не... Ай, идет, идет, идет. Идет сюда этот олень, идет. Почему нельзя его чем-нибудь оглушить? Хотя бы временно. Так, кусок лопаты сюда, гвоздодер сюда. Чтобы инвентарь мне не забивать. Думай, голова, думай, думай, что делать, думай. Думай, голова, что делать. Хорошо, минус капкан один. Он идет за мной, он идет за мной. Да не буду я стоять, ты дурак что ли?
Мне нужно найти еще один ключ. Где его найти? Что для этого надо сделать? Может, надо пошариться здесь? Может, надо... Ой, я, кстати, могу взять мячик. Может быть, надо мячик сжечь? Ах ты! Что надо делать с мячиком? Что надо делать? О, нет, 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 нет! Нифига себе! Вот здесь вот надо копать. Я нашел место, где надо копать. Нужна еще одна часть лопаты. Мне нужна еще одна часть лопаты. Где ее взять? Так, иголка. Надо проткнуть мяч. Надо проткнуть мяч, я понял. У меня есть иголка, значит, надо проткнуть мяч. Хорошо. Так, забираем мячик. Где он? Вот он. Забираем мяч. Выходим отсюда. И идем в подвал. Идем в подвал. Там будет... безопасно. Почему я не могу проткнуть мяч? Может быть, мне надо ножом его проткнуть? Нет, он не протыкается. А что мне надо сделать? Может, надо мяч положить в ведро? Нет. На кой хрен мне мяч? Ой-ё. Не понимаю. Не понимаю, на какой хрен мне нужен мяч. Ах ты! Ах я! Пойдемте в подвал. Так, в подвал! В подвал. Так, здесь больше ничего нет, да? В подвал. Подвал Подвалович. Так, короче, прикиньте. Попался. Да ну, блять, отсюда нет выхода. Ну вы прикалываетесь, что ли? Ой-ё, ой-ё. Отсюда выхода не было. Просто-напросто не было выхода. Я, короче, пока ходил. Я обнаружил, что за картиной, оказывается, висит сейф, который нужно открыть. Придурок. И теперь мне этот сейф надо будет открыть. Так, 0-0. Что-то там... Что там? 077-34. Открыть. Ключ от соседней комнаты. Теперь мне надо, значит, взять монтажку. Теперь мне надо выйти на улицу. Взять монтажку. Не выйду. Я не выйду. И не буду выходить. Рано или поздно ты меня не поймаешь. У меня еще осталось две жизни. Поэтому хрен тебе на лицо. Полный рост. О, кусок лопаты. Понимаете? Кусок лопаты я нашел. Я нашел кусок лопаты. Так. Ага. Так, это мы кидаем сюда. Это мы забираем.
Это мы объединяем. Так, где копать? Где копать? Где копать? Где-то надо было копнуть. Где-то я видел, наверное. А где надо было копать? Вот в чем вопрос. Вот в чем секрет. Где надо было копать? Вот здесь прям такая земелька, прям такая какая-то пушистая. Где надо было копать? Я не понимаю. Во, бинокль. А зачем мне бинокль? Ага! Так, короче, бежим в подвал, проверяем, что можно сделать с биноклем. Надо будет его изучить, да? Надо будет его изучить. О, зачем я его выкинул? Е, открыть. Не видно. Бинокль. Все в грязи. А, его надо помыть. Я понял. Бинокль надо помыть. А для этого нам надо идти на второй этаж. Воду-то мы включили же, да? Да. Воду мы включили. Так. Заходим. Закрываемся. Включаем воду. Как его помыть-то? Блять, подожди. Тихо. А как его помыть-то? Алло. Зачем ты его выкидываешь? Как помыть бинокль? Кто скажет? Это вообще капец, ну чё угорают-то? Это жесть. Чё делает-то с этим биноклем? Как его вымыть? Каким образом? О, я помыл его. Ах ты, блядь! Попался. Да... У меня даже слов нету. Игра читерит. Алло, игра. Ты охренела? Так, лопата. Лопата есть. Это хорошо, что у меня... Ой, блядь. Такая, короче, духота, просто капец. Так. О. А ты чё летала? Вон он идет сюда. Вот он идет сюда. Почему я не могу бегать быстрее? Почему? Почему? Мне бы хотелось бегать быстрее. Так, камушек. О, нет, он прям рядом со мной был. Нет, я от тебя сбежал.
Так, мне надо попасть обратно на второй этаж. Попасть надо обратно на второй этаж. Я видел в соседнем доме светился монитор. Мне надо будет в него посмотреть. Так, тихо, тихо. Так. Какого кие? 3-2-8. Так, 3-2-8. Открыть. Отмычка? Заперто с другой стороны. Хорошо, у меня есть отмычка. Что мне надо делать с этой отмычкой? Подождите. Подожди-ка. Я могу здесь ходить? Это как хорошо, что я с собой взял доску. Это как хорошо, что я с собой взял доску. Понимаете, о чем я? А, ящик с замком. Подожди. Ключ от замка? Здрасте, тихо. Тихо. Оп. Это ключ от этого замка. Я сбежал от этого гребаного клоуна, шута Джокера. О, вы сбежали от Джокера, но это не решило проблему. Время прохождения 2. Ну, конечно, у меня был рестарт. Я постоянно, короче, рестартился, там 3 раза сфейлился. Ну, нормально, я думаю, что мы... Что там 58 минут? Но мы уложились. Это прям норм. Мы уложились, это прям вот так вот. Прикольная, короче, игрушка. Очень жаль, что их так мало. Вот. Все, дорогие друзья. Я на этом буду заканчивать это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Залетайте в Телеграм по ссылочке в описании. Всем пока и до скорых встреч.